Всем привет, дорогие друзья. Представляю вам субботние посиделки. Мы играем в Warhammer. Все дайном у нас не заладилось. Вот и все. А у каждого есть реликтовая точка. Получается. По-моему, как-то кривовато немного расположено. Да. Слушай, союзник, вот они с допустим вдвоем будут писать. Так всегда было и всегда будет. Что, что он сейчас сказал, не пойму. Вроде что мы на него будем нападать. Это, кстати, хорошая идея. Давай посмотрим, с какой стороны будем на него нападать. Я слева. Окей. А. Вообще-то он справа. Ты что меня палишь-то? Алекс вроде хорошо играет, так что на него лучше не нападать. Ну да, я что и говорю, лучше токсин. Я не так хорошо играю, как вам кажется, к сожалению. А я хорошо играю. Лучше, чем я. Вот я батя, да? Да, ты батя. Вот бегут уже какие-то. Плохи мне. Ха, слабый. А где мой второй? Не, эти парни даже не дамажат, кстати. Не быстрее моей гении, чем твои дамажи. Как же медленно захватывает. О, черт. Нас видят. Уходим. Ёбану мать, а. Эй, Комрад. Комрад? Ну да, Комрад. Помогай мне. Невидимые ублюдки меня со всех сторон толпят. Задание выполнено, терпеливые охотники. XV-15 готовы, ждут приказа. Я нанесу сокрушающий удар. Оружие заряжено и готовы к бою. XV-15 готовы, ждут приказа. Она уже наша. Убили. Сука, что за говно? Видишь, после апгрейдов дамажит. А Давид не сделал апгрейд, эх ты. Ну просто я тут не рассчитал, я героя же сделал. Ну ничего, герой тоже нормальный. Сейчас будет все, Дим, не переживай. А, союзник, блядь, помогай мне! Не помогай ему. Блин, я чувствую на меня. Как не палить невидимые войска? Не знаю. Да пиздец! Ёва игра какая-то, мне уже не нравится. Вы не убьете то, что не сможете увидеть. Отряды все 15 годов, шумные охотники готовы. Все орудия огонь, Дау придает нам сил. Вы не убьете бежали, то, что побежали, не сможете побежали. Увидеть. За Дау! Садик, ты издеваешься, да? Издеваешься? Вы не убьете то, что не сможете. Я один выхожу. Ты дурак, что ли? Меня дашат? Ты помогай мне лучше. Вот приду с техникой, тогда помогу. Я с ним больше не буду играть в команде, он нулевый. Блин, а кем мне палить у них инвиз, я не понимаю, у меня нет юнитов, которые инвиз палят. А герой? А герой еще строится пока что.
О, у моих сектантов же есть палево. Не, делай говно, не палево. Давид, это твой герой прыгает как-то, что ли? А, там же в книге заклинание у темных удар есть, задуши, которые. В этой игре какие-то заклинания еще есть? Да, задуши. Мать моя. Это женщина. Особенность темных ударов. А, это значит не у всех есть заклинания, да? У сестер битвы есть индивидуальные заклинания. Пиздец! Живон отсюда давай! Союзник и заколебал меня, да, он постоянно помогай мне. Сейчас приведу своих видящих сектантов. О, да, молодец, давай. Куда? А, вижу. Угадай, куда? Уже догадался. Они у меня слабые. А нахера тогда их стоил? Они видят невидимых. Это единый плюс. Тогда это хорошо, все, мы. Так, а значит, ты уже сделал апгрейд, да? Слушай, Сюзик, а почему ты убежал, попросил моего героя помигать? Потому что у меня отряд видящих умирает. Вот теперь он может видеть снова. Ой, меня аж трясёт, ребят. Давид, ты забыл грейд сделать, у тебя эти скауты не дамажат. Сейчас гляну. В крепости. Ну, да. Такой. Да-да-да, сейчас сделаю. Класс, забыл, блин. Там потом еще где путь к свету. А я там уже сделал. Грейд тоже. Блин, у меня денег нет. Что-то мне кажется, мы зря так играем с тобой. Да снова. Сейчас. Только, нет, только я к тому, что я все деньги потратил на этих слабых юнитов, а потом. Ого, сзади, 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 смотри. А, та уже не могут в лишнем бою, забыл. Союзник! У меня все умерли. Я не виноват. У нас команда мечты. У меня стоит столько. Все, со столько. Спасибо, союзник. Я больше с ними не играю. Давид, построй себе этих крутов, прикольные чуваки. Которые в ближнем бою воюют? Угу. А я артиллерию делаю. А, пиздец, все, стоит у меня. Союзник, гайд. Мы победили. Так он нихера не делал, он сидел вообще там на базе, что-то отстаивался. Технику делал, которая вообще ничего не делает. Он башники себе построил зачем-то. Все, короче, жопу таких союзников лучше домой дать. Ты обидишь игроков. Ну так я базу не правду говорю, он нихера не делал. Ну он, блин, может он новичок. Так он мог какие-то войска делать и присылать их мне. Меня били вдвоем, с вами войсками. Я не мог сделать ничего, потому что не мог валить инвиз. А он даже... Он вместо того, что делать войска, он делал баш. У него... Кстати, вот вы сейчас не деретесь, а у него ни одного юнита нету. Вот первый юнит появился. О, у него что-то страшное вылезло. Все, юнит соснул. Вот опять появился отряд. Потому что у них численный перевес. А почему да, ты нифига не делал? Почему ты стоял только здание?
То, что у меня начали войска вот как быстро гибнут под их огнем. И еще и сектант. Так у них такая толпа, твои войска такие же по силе. У них добавок слабее, их просто больше. Ты вначале ничего не делал, в отличие от них. Они меня твоим пиздили, ты отдыхал. Они меня запиздили, потом они пошли тебя пиздили, а мои войска ничего не могут им сделать. Я просто бомбит маленько. Да мы уже поняли. Ой, забейте его быстрее, не ломайте здание, ну никого нет, просто головное здание сносите и все. И го по новой. А тут у каждой расы надо сносить только главное здание. Я поставил такой режим. А, режим даже. Понятно. Окей. А этого робота еще надо в землю закапывать вроде, да? Да, тогда он будет дальше стрелять вроде. А это мой, почему не стреляю? Он нас тут убивает по чуть-чуть. Да добейте его, у него нифига нету. У него один отряд, ну только-только появился. Там два человека, один человек. Я просто войска уже ничего не делал. Ну ладно, сейчас сделаю, что хочу, если не получится, но там. Ой, Ксака. Чего так сильно? Ну, вот уже бомбит, я один против двух засал, он я не делал. Съешь печеньку. У меня нет печенья. Это даже чая нет. Как так можно жить? Я не знаю. Без печенек-то. Не, Дим, мне кажется, вот эти невидимые, они полезны, но до хера их делать, это, мне кажется, лишнее. Пару отрядов, чтобы быстро захватить точки и навредить врагу в начале. Так, у меня три отряда их. Ну ты ни одного не терял? Нет, не терял. Значит, я только танковал. Ну а ты сделал им бластеры, да, командиры. Все сделал, все вот, сделал. Они полезные. У них хоть урон и не повышается, но... Ну, типа, визуально, но он прибавляется от бластеров, они... Слабо дамажит. Они просто лучше ломают всякие здания вроде. Сага, гопа новой. Давайте снова. Давайте. Таксин, да. Продиктуй IP, чтобы я не сворачивал. То запись еще идет. Подожди. Я убегаю. Кто не продиктует ему IP, я просто карты убегаю какую-нибудь. Погаси. Сейчас он напишет. Так. 25. 168, 76, 172. Чё такой быстрый-то? 176. Да, все, я зашел. 176. Дима, команду. А, да, у нас команда мечты. Это у меня команда мечты. Эй, союзник мечты, заходи давай. Жаль, что тут нельзя команды называть. Вот нам бы подошло название «Ярость нубов». Не знаю, что делать каким. А я бы, название команды «Я играю один». Да. Так, ладно, я возьму какую-то другую. Раз тогда. Я тоже возьму другую в жопу этих темных льда. Возьму светлых льда, они милые, да. Только... Блин, я играл только за некронов пару раз и все. Попробуй людей, может они прикольные будут, там я помню неплохие отряды получались. Тут нигде не написано люди, человек. Ну, десант или как они называются. Империя. Нет, это имперская гвардия. Имперская гвардия. А, ну их в жопу. Возьму некронов. Тогда я. Некроны тоже прикольные. А, ты тоже. Ладно, играй за некронов, я возьму что-то другое. Чё буду, что-то не читал убегать. Возьму человеков, господи, пусть будет. Потом расскажешь, как весело там на них есть. Стоп, а почему мы постоянно как-то разделены? Не парно стоим. Тут же нельзя на карте выбирать места, или можно? Можно расположение менять, вроде бы, игроков. Я шел. Ты будешь снизу, Таксин, видимо. Ужасный. Ау. О, как удачно. Черт.
Я на минутку отойду. Надеюсь, ого, мы не проиграем. Мы еще даже не начали. А, да вы уже поиграли. Когда позиция не такая дебильная, мой союзник будет поближе ко мне, здесь будет хотя бы какие-то войска вначале строить. У меня не кроны. Ну мало ли, вдруг там вообще не будешь строить войска, будешь ждать, пока вот не появятся там эти танчики или летающая крепость. О, как удачно, я пришел еще не да, начался. Да, я же сам думал, что хорошо. Кто еще не загрузился, ребят? А у меня до конца. Ожидание других игроков написано. Алекс, ты тут? Да. Ты загрузился? Да. А, нет, ожидание других игроков. Не, ну я имею в виду, полосочка до конца дошла, нет? Ну да. Токсин? Что? Ты свернул игру? Я откуда-то узнал. Так, разверни. Падла. Так она не разворачивается. Вот, я взял. Задолбал. Блин, так сразу, как ты это узнал, я не понимаю. Ну как ты думаешь, все ждут, пока игра начнется. Хост свернул. Он не сворачивается, когда я сворачиваю. Я тут точно карта прям огромная. Да, как мой член. Пэджи записывает точно. Исполняю. Тебе никто не поверит все равно. Хост принял, сэр, так точно. Во имя императора. Ты, типа, пошлые шутки, как бы, это не очень круто. Как угодно, да будет как. Так, не так бесит, как они говорят эти скульпты. Я так понимаю, гвардейцев нормально стоят. Они говорят, как смысла, какие-то тупые пёзды. Да. Почему? Они нормально полагают. Какие-то... комиссар, так точно, как милиционер. Мы сделаем вот так вот. Как угодно, да будет так. Забавная карта. О, можно термогенератор строить. Мы сделали это, сэр. Сэр. Аж два. Захватить любой ценой. А вот же, техножрец может стрелять. А вы говорили, никто не может. Я же говорил, кто-то может. Я помню. Захватить любой ценой. Если такова воля императора. Сэр. Да, сэр. Это займет пару секунд. Начинаю строительство. Я храню секреты машины. О, я счастлив вызов моей знаете. Тихо! Так, на ключевых нельзя строить, да? Тут не ключевые везде. Я должен поторопиться. Блин, потерял отряд. Ты уже кого-то... Да я убасишь? Хотел точку пойти заходить, а там некроны. Ого, тут у некронов целая толпень. Удивительно! И это Ильдары? Я думал, что если они выше. Фашист! Ой-ой-ой. Да будет так. Убегай. Я должен поторопиться. Точка захвачена. Какие приказания? Которые помогут решить. А, тупые медленные тянки. Да будет так. Блин, что я построил? А где? А, черт. Каков приказ? Так точно. Во имя императора. Захватить любой ценой. Исполняю ваш приказ. Если такова воля императора. А, на меня уже нападают. Так точно. Во имя императора. Каков приказ? Сэр. Да, сэр. Исполняю ваш приказ. Службе готов, сэр. Каков приказ? Мне рабочего убрал.
А нет, давай. По воле императора, за императора и империю. Могу я начать? Сука, ты заколебал и сзади бить. Да упс. Вызывали, сэр, по нам открыт огонь. Это займет пару секунд. Готов к бою, сэр. Я готов отдать жизнь за вас, сэр. Вызывали, сэр. Вызывали, сэр. Я готов к службе. Какие-то они слишком слабые, эти пехотинцы. Могу я начать? Это мои просто. Что-то это не очень меня успокаивает. Кого жалко? Блин, три отряда. Все умерли. Обидно. А я потерял два солдата. Уже три солдата. Служба мой долг. Пришло время расплаты. Что вам понадобились мои навыки? Я счастлив. Да ну что это за бред? Мои навыки. Одним это отрядом я всех убил, мне ну... двумя отрядами. Вышки тоже не помогают. Да, сэр. Службе готов, сэр. Элита, что ты хотел? Почему у меня нет такой элиты? Потому что у меня это ближе не будет, они сильнее, вот, когда могут добраться до дали. Почему у меня их нет? Ну, потому что у меня есть ближний бой, у тебя нет ближнего боя. Это же люди. Они же используют пистолетики, автоматики, получают. Почему мои пистолетики не убивают твоих? Потому что мы, типа, дохера крутые, как ниндзя. Так это обидно. Ну да, да. Ты вообще жестоко, что? Да блин, еще два отряда слилось. Блин, я опять потерял солдат. Я жду приказа. Эта дорога ведет к победе. Смять их и шагу назад. Давид, нужна так твоя точно. Помощь. Мне тоже зажали. Все, у меня Геги потерял героя и тяжелую пушку. Готов, давай хотя бы этих маленьких. Мне. Готов, мне сейчас гор... проиграю со всеми. А, тогда иду. Они вообще какие-то неубиваемые. Сколько я уже слил? Люблю бань. Такие милые. Смотри, они восстанавливают здоровье быстрее, чем я его спущу. Че говно какое-то уходим вообще. Блин, а говорили баланс в игре. Не, баланс в игре по-любому есть. Но у меня больше ничего нет. Герой и эти ребята, и все. Надо делать ну, грейды, а чтобы... А ты посмотри на мою базу, что со мной случилось. Поделать. То же самое. Ладно, извини, забирай свои. Куда места. Принести его волю? Именем императора будет сделано. Все, я помогаю мне. Мне уже главный центр ломают. А он токсин возвращается. Мне, ну все, значит я проиграл. Я не подведу. Приказ получен, не понят. Они приближаются. Я не подведу. Все, за человеков больше я не играю, ну его в жопу. Проклятие! Бесполезные какие-то. Штаб полка какой-то надо, чтобы воинов строить. Пусть они столкнутся с нашим гневом. Где этот штаб? Он делает этих бесплатных отрядов и довольно ходит. Я ничего не могу сделать. Эх, команда мечты проиграла. Конечно проиграть, а что тут делаешь? Мой союзник стал что-то делать хотя бы. Проклятие! Погадывал ты мне союзник на этот раз. Все, продул. Сломал базу. Ладно, я сдаюсь.
Ну это бред какой-то, как играть за этих? Надо уметь же, Дим, если ты никогда не играл за расу, конечно. Это основная сила, это техника. Так нет же в начале ее. А у него есть такой отряд в начале. Значит, какие-нибудь эти строить надо. Так я строил. Он мне все снес. У меня и башни были. Эти тянки все сносят на своем пути. Они идут и все сносят. Люблю их.